Да, всем привет, дорогие зрители. Мы возвращаемся. Это все тот же турнир Master of the Sword. Играют у нас команды Invisible и Inferno. Составы пока рано представлять. Ну, карта все та же, Кунгур. Кунгуру нужен. Для здоровья полезен, да? Как говорят многие. За красных у нас будет начинать как раз-таки Легги со своей командой, а за синих у нас играют Инферно. Посмотрим замечательную игру. Так что да, не переключайтесь. Комментировать бой буду я, Антон Черский Еретик, а транслировать все будет Immortals Hero Dov. Миша. Или просто местный обладатель краски и кислоты. Ну да. Эй, чертик, не скучай, я к тебе сейчас через пару секунд присоединюсь. Всем привет, дорогие телезрители. Да, с нами Марсель. Марсель будет у нас тоже сегодня Кунгур смотреть и болеть за команду. Я надеюсь, он будет болеть за Инферно. Конечно. Или ты поклонник Легиса? Не, я просто за красивую игру, почему бы и не посмотреть на красивую игру. Ну да. Да, мы, кстати, только что видели бой двух команд, авангарды против перцев, где победили все-таки перцы, хотя игра была не менее красивой, причем перцы выдавали неплохие перехваты, хотя и авангарды смогли таки один флажок утащить. Да, бой начинается, представлю команды, Инферно. За Инферно у нас играет Roll Time, Танкиллер, кстати, Roll Time покинул бой. Прошу прощения. Аномалус, Ксюша Красотка, мистер Доктор, да. Танкиллер, Джонас и Дайланс. Инвов, пока ты представь, потому что я, к сожалению, пока не могу присутствовать на карте, поэтому. Да, инвы у нас. Кто за инвов сейчас? Это мистер Фаутлес, Сквизи, Now You See Me, Gold Tank 24, Айлегис и Пати. По-моему, никого не забыл. Да, разогрев уже прошел. Хорошо дроп за контроль, ребята, за обоих составов. Особенно можно отметить Infernal. Да, он должен уже заезжать. Хорошую рельсу выдает по мистеру Фаутлесу. Прорывается на флажок, куча рельс ловит и его сливает. Кто бы это был? Это был Ледис. Я, кстати, могу отметить то, что Юнес вернулся в состав. Это, наконец-то, нормальное усиление дефа от Инфернал. Наконец-то они взялись за ум, потому что у них деф постоянно страдал. Не разговорчик Ксюша Красотка не может держать вместе с, как раз-таки с Танкиллером деф. Ну, посмотрим сейчас. Надеюсь, у Инфернал будут шансы хотя бы зацепить очки. Но от состава Легиса я могу сказать то, что Голтанк наконец-то выходит на карту и Фаутлес, и Now You See Me. Вот эти три игрока не были в основном в составе против Infernal и против как раз таки Дежавю. Да, фабрику контроля Дайлэнс с Ксюшей. Голтан будет тут подбираться с Легисом. Легис, по-моему, у нас в минусе или нет, казалось. Да, Но это по-моему, уже не Легис был у важно. нас в минусе небольшом. Через, у нас, так полагаю, город будут планировать инвы у нас заход. Отличный рельс от Сквизи. На УЕСИМИ будет танкиллер. Надо выдавать рельсу. Ну, куча рельс инвы ловит. И в итоге уход. К сожалению, с флажком вряд ли получится. Хотя Пати может законтролить еще дроп на базе соперника. Нет, Ну, там хороший Ксюша рельс. неплохой прострел пролетает, и Голтанк также будет выдавать по ней дамаг. Но у Юсими, нет, не забирает он дашку. И сейчас синяя команда должна брать дроп на разломе. И в деревне как раз-таки танкиллеры Аномалс уже выдвигаются и будут забирать на разломе дроп. А пока инвы ждут свой дроп в городе. Но будет интересно реально посмотреть, потому что Infernal это последний шанс зацепиться за этот турнир. Если они проиграют, то у них будет 0 очков после 3 матчей. И они рискуют стать самой слабой командой в турнире пока что. Потому что еще ни одного раунда хотя бы в ничью они не сыграли. Да, именно так. Ну, Ксюша должна воодушевлять свою команду. Именно так. Ведь Ксюша у нас капитан. Будет Аномалус почему-то возвращаться. Да, от Легиса Он он ушел от убегает. рельсы и смотрим, сейчас идет Легиса. О, нет, Ну, попадает. просчитал, конечно, да. Просчитался. Мистер Доктор должен заезжать. Сквизи досливает он, надеюсь. Нет, Но уже ловит пати. рельсу. Обрати внимание на разлом, пати уже уходит как раз таки в карманчик, нет, он уходит вообще под мост на одну рельсу, его встречает Легис, но тут ребят должны сливать, и Аномалус на паре из Альянса должны возвращать этот флаг, если, конечно, они не накосячат, а пока они косячат.
Да, Сквизи с Голтанком пытается уходить. Ксюша будет сверху. Да, сливает мастер Фаутлеса. Пати должен подхватывать, помогать для Сквизи флажок. Ну, мистер Доктор вернул. Вот при помощи Юнеса, если бы Юнес бы не оказался в нужном месте в нужное время, возможно бы инвы бы отвезли за этот флаг. Но сейчас 4 игрока в городе красной команды. Неплохая атака от Invincible. Если бы Пати, конечно, увез бы на узкий и не стал бы пижонить, то этот увоз бы, возможно, закончился бы доставкой. А так, пока что 0-0, 4 минуты прошло. Infernal пока что не пропустили флаг, хотя были близки к этому. Если открыть даже таб, то можно посмотреть то, что Infernal пока перестреливает своего соперника. Но это не удивительно, потому что это синяя сторона, и в априори всегда синяя сторона на Кунгуре была сильной. Знаешь, мы смотрели прошлый раунд на Кунгуре и прошлые матчи. Как раз-таки у перцев лучше всего получалось играть за красную сторону. Большее количество флажков они возили именно там, а как раз-таки за синюю они сыграли в ничью с командой соперника, именно авангардом. Поэтому тут дело такое, хотя и синяя сторона считается, по мнению киберспортсменов, сильнее, но все от матча зависит. Не, ну если ты знаешь, как играть кунгур, то для тебя всегда должна быть синяя сторона сильнее. Если не знаешь, то, возможно, ты не сможешь ее грамотно реализовать. Да, у нас есть подхват дропа, мистер Фаутлес будет Ксюшу контролить. У Ксюши 0 хп, но аптечка там есть или нет, по-моему, ее нет. Нет аптечки, но она сделала самое главное, она отжала дроп у команды Invincible в городе, один из ключевых дропов в атаке от команды Легиса, и поэтому сейчас она действует неплохо. Юнес на пару Ксюши-то остается еще в живых, не будет атаки у Invincible, и будут сейчас жить как раз-таки в городе, и нужно заходить, ребята из Inferno, как раз-таки с толчка, хотя бы с моста или с кармана, но пока что некому. Три игрока стоят сейчас в дефе от Invincible. Да, хороший заход был от Ксюши, сделано свое дело, и сейчас Сквизи на Уисиме пытается его тоже опять правый фланг контролировать, там киллер тут им это мешает сделать, а Голтан с Легисом фабрику занимают, пытаются хотя бы это сделать, хотя нужно занимать, наверное, Голтанку уже за пределами стеночки, а не за домиком прятаться, я думаю, так именно надо было делать. Нет, меня пугает то, что Infernal перестреливают как раз-таки Invincible. Если так на то пойдет, то, возможно, Infernal рискует вообще победить. Это я имею в виду... Рискует победить, ты Просто прямо из моих понимаешь, уст не Invincible звучит. сейчас как-то не очень сильно Зажались? хочется слить. Нет. Если они проиграют или хотя бы сыграют ничью в этом матче, то это будет просто для них провалом. Если они хотят выиграть эту группу, то сейчас они должны побеждать. А Legis выставляет свой экспериментальный состав. Я бы тоже рискнул, конечно, но пока что команда просто, не знаю, пока что и команда Inferno не может увести из-за своих маленьких ошибок. К сожалению. Да, на Маус будет заходить. Отлично, у него нейтра есть. Можно еще и ДДшку законтролить. Голтанк не выдает рельсу, он, по-моему, и даже не видел. А вот и рельса от Фаутлеса с Голтанком. ДДшку успевает Аномаус выхватывать. Промазали в него двое игроков, и Он он сам и промазал. промазал. В общем, куча промахов, и возврат произошел. Сейчас замена. Дельянс, по-моему, вышел, зашел Фест. Но, правда, я не понимаю, почему именно зашел Фест, а не Ролтайм. Ролтайм, мне кажется, был самый сильный игрок в матче против Epic Guards. Ну, и держать его на замене. И когда Дельянс просто провалил прошлый матч, я не знаю, о чем думают сейчас вот Вернул. Дальянс уже ушел, да, Рултайм остается на карте. Фаутлес будет дом, точнее не дом, а мост контроль. Там есть танк-киллер на соточке, собирает фулку. Нет, Хотя... он забирает ДДшку, и сейчас ребята должны взять двойные, ну, не игнорировать ребята, потому что остается 2,5 минуты, и вам нужно увозить. Синяя сторона сильнее. Если вы сейчас не увезете флаг, то о каком можно говорить в выигрыше матч? Вот уже Легис забрал нитру, уже без быстрой атаки. Ксюше придется продвигаться медленно в атаку. Хотя бы заберите дроп, ребят. Ой. Ксюша также и справа. У нее падают двойные, она выдвигается. Если, конечно, есть рез справа, то это оправдано. Если нет, то это глупо. Да, у нас есть Ролтан на фулах. О, Ксюша поздравляем. получает звонку. Да, Поздравляем. поздравляем. Поздравляем Ксюшу. Хороший момент был. Может, Если Миша на даже честь снял этого близи. микрофон включит. Да. Поздравит. Ну, Да. посмотри, у Ролтайма сейчас есть двойные, но он остается на одну, и... То я вот вижу вот по Но первому хорошо раунду. броню зато законтролил, где ждал Легис, и, в принципе, Ролтайм ее отжал. Голтанк промазал Ролтайма. О, как много ников похожих.
Да, на Малос будет заходить. Голтанка, кстати, не успеет даже рельнуть. И флажок. Флажок пока что на обоих базах находится. Хотя дроп у нас выпадает. И, в принципе, можно уже начинать собирать фулочку. Вот знаешь, что я могу тебе сказать, чертик, по первому раунду? Есть танкиллер, который стоит перед мостом, есть Юнес, и есть Ксюша, который смотрит налево постоянно. Есть еще Васпик, который выдвигается тоже постоянно налево. И только Аномалус, вот и сейчас как раз-таки с Долианса только выдвигались, сейчас только Аномалус с Фролтаймом только выдвигаются направо. И я только сейчас заметил, Инфернал играет в два Хорнета? Это провал. Почему провал? Три Ну, Хорнета там было. Три четыре Хорнета вот Хорнета. сейчас. Нет, я разве не вижу третьего Хорнета, ты хочешь сказать? Танкиллер, Юнес и Доктор. И Ксюша. И Ксюша. Ты сказал два Хорнета только что, мне Четыре, видится. четыре, я хотел сказать Да? Хорнета. Ну уже смотри, Патю возят на двойных, это все, это провал. Но если сейчас Invincible доставят, это я не знаю, что должно произойти, чтобы был перехват. Вот как раз-таки роллтайма Да, сливают и Ксюша, они в Патя. другую сторону вообще смотрят на сквизи, который их троллит через респы. ВОЗ был за минуту до конца, ребята смогли и дотащили инвы, сделали это. Сквизи еще флажок подхватил, но времени мало. Да, думаю, его сольют, хотя... Но если вы стоите в дефе, ну так стойте. Вот тут. Ух. Я не знаю, как тут играть на этой карте в 4 хорька против сильной команды. Вот просто. Карта большая. Васпик славится своей скоростью. Не использовать третьего, когда у вас есть, это в принципе можно. Но почему они играют в 4 хорнета? Это непонятно. У них есть деферный игрок-танкиллер. Есть доктор. Есть Ксюша-красотка. Но... Я не помню, она играет атаки или нет, но по раунду сказать то, что она стояла справа и кемперила, но это не игрок атаки. Поэтому они пытались вывести только на Аномалусе и Дальянсе, и потом Ролтайм зашел. Пытались не вдвоем, что ли, вот, вот так вот заходить за синюю сторону. Да, молодцы, фабрику не отдавали, но концовка-то как раз-таки осталась за Invincible. Если сейчас еще леги состав поменяют, то это все. У Инфернал просто не будет шансов. То есть ты хочешь сказать, что Inferno были шансы, только если был бы состав инвов экспериментальный против, да, как ты уже говорил? Потому что я насчет какой тут состав экспериментальный, я вообще не шарю в этом. То есть тебе Ну нет, виднее? просто я знаю, какой у Легис основной состав и какой этот состав запасной. Давай озвучим, может быть, зрителям Ну, будет интересно. я вот, вот если вспоминать официалку против Дежавю. Там играл Гриндейл, там играл Крейзи Бой. Вот Пати на карте, он играл. Играл кто еще, если я вспомню? Экшули, наверное, А Легис, нет? Актуали играл. Играл Легис. Играл 47 АК. А сейчас их на карте только Легис, Пати, по-моему, из основного состава. Все. Нету опять Гангста Чела в составе Инфернал. Одного из ключевых игроков, мне кажется, на данный момент в этой команде. Но Infernal рискует уже. Очень сильно рискует. Три раза по 3-0 проиграть Кунгур. Как его можно не натренить, я не знаю. Нет Да. изменений, по-моему, в составе. И сейчас опять 4 Хорнета будет в исполнении Infernal, что будет большой ошибкой. Неужели у них нет фастповодов? Ну, серьезно. Легис уже прорывается под мостом. Ролтайм будет первую рельсу выдавать. Раунд начался, кто не в курсе. И первый раунд выиграли у нас инвы. Да, 1-0 у нас. В раунде 1-0 был. Сейчас в матче. Легис не сделал ни одной замены. Нет, сделал, по-моему. Крейзибой вышел вместо Сквизи. Это все, что сделал. Да, именно так. Аномалус будет заходить, хорошие лица по пати, релит, на две остаются рельсы, Фаутлес контролит его и оставляет на респах всех. Ролл там у нас фулку собирает, еще одна фулка есть у нас, будет ее собирать Аномалус. Ролл тайму пора выдвигаться, ай, ловит он рельсу от Фаутлеса и Ну сейчас смотри, ДДшку. не пропустить бы Крейзи Боя по мосту фуллового. Да, так никого в дефе нету, вообще никого. Единственный соперник это будет сейчас танкиллер Ксюша, который только что отреспались. Одну рельсу выдает, сбивает траекторию. Ксюша также выдает рельсу и направо уходит, где совсем чисто у нас. Аномалс, кстати, до сих пор флаг еще даже не подхватил. Нет, подхватил роллтайм, но там грамотно сыграл Фолтлесс и вернул. Там роллтайм ошибся.
Анаваус будет терять. Пати, конечно, дождался, пока дроп спадет, и выдает рельсу конкретную. И ребята из Инферно, кстати, тоже вернули флажок. Это сделал Джанис. Юнес, Юнес. Все-таки Юнес это все-таки, прославленный игрок лынов в Стар-серии. Он чемпион этой игры и имел чемпион краску. Чемпион вообще всего того. Не, но он играл в констапах, также имел краску серебро. Не помню, имел он краску бронзы или нет. У него есть ветераны и есть у него заслуги. Поэтому, если бы он уделял больше времени этой игре, то он бы сейчас был бы, наверное, в топовом клане. Но я не списываю со счетов Infernal. У них сейчас проблема только в самих них, и они в соперниках. Они могут быть сильнее всех, но им что-то мешает. Что-то серьезное, потому что пока что у них не получается то, чего они ожидали. Там киллер взял Дашку в толчке и будет сейчас надо АДД прорываться в атаку. Роллтаймы Аномалоса будут сливать как раз таки в городе. Ксюша неплохо. Ксюша хорошо, да, законтролила броню-то на базе соперника. Тут еще одна есть у нас в деревне Аномалос. Тоже он расконтролить. Фаутлес его видел, кстати. Аномалоса бы поскорее сливаться, потому что дроп у него уже в городе упал. Роллтайм уже будет захватить на двойных коробках. И ему нужна подкрепа сейчас от своих тиммейтов, чтобы в дальнейшем флаг-то увести. Ну, неплохо сейчас дефера сливают, роллтайм будет подхватывать. Крэзибой это... Крэзибой рельс только не получить, а Крэзибой как раз на флаг не смотрит, только сейчас обратил внимание. И все. Роллтайм-то увез. Отлично, Инфернал. Да, роллтайм тащит, перехват может от Крэзибоя быть, который, кстати, видит. Фаутлес промазал он прострел, это не сделал. Хорошая рельса у нас была от... кого? Нау и Сими, ну... Инферно затащили первый флажок. Опять-таки за красную сторону. А, Марсель, что ты скажешь? Ну, молодцы, да? Молодцы, Инферно. Сегодня красная сторона доминирует. Признаю. Ну, признаю. Ну, это как я могу сказать? Если умеешь играть за красную сторону, то... и противник не умеет играть за синюю сторону, то это понятно. Пока что команда доказывает то, что за синюю сторону они играть не умеют. Потому что дропа за синих больше, места по кемпере тоже больше. В атаку заходить проще тоже за синих. Увозить, в принципе, есть во многих направлениях. А за красных увоз возможен только в двух направлениях. Это на разлом и на узкий, как раз таки, проезд. Где реально есть шансы увозить. А может быть... Город можно за синюю сторону вот увозить, можно по мосту, можно под мост, можно на фабрику. Поэтому и синяя сторона-то и славится своим таким вот сильнизмом, если такое слово уж придумать. Нет такого слова в русском языке, это уж просто от меня что-то новое. Это новый словарный запас от Марселя, да. Будет у нас заход. Заход будет от инвов, но совсем слабый, потому что их уже разбили. Дроп, ролл тайм будет контролить, пати на одну. Вот сейчас инва бы не пропустить бы его опять. Просто да, ролл тайма, кстати, никто не видел. Ну смотри, если сейчас вот никто не заберет ДТшку и не даст, не выдаст ни одного рельса, вот хорошо, Фолтас подхват, ну куда ролл тайм подъехал? Он уворачивается, типа, уворачивается от ДТшки. Прострел сейчас все-таки хороший рельс. Вот ему нужно остановиться. Он пати. Сейчас бы тормознуть, да, Фолтес даст рельсу, и он сливает. На Ухиме, кстати, тащит на броне уже, флажок по правам респам от инвов. Но если ребята-то из Infernal фокусе, то возврат возможно случится, пати, ну Аномалус, ну... Успевает пати на броне забирать флажок, Легис у нас хороший прострел выдает на Юнеса. Ксюша, что Ксюша сделает для Легиса? Хорошо, он должен продамажить его. Минус, кувыркают, и Легис... Тут Крэзибой должен вернуть. Если его не заметит, то Крэзибой вернет. Нет, хороши, хороши ребята. Но здесь, да, возврат. Смотри. А, нет. А, да. Нет, чуть-чуть. Что? Что происходило на карте? Как-то они долго крутились вокруг флажка, но смогли все-таки вернуть. Фалфус а Фолтус уже едет на доставку. Уже едет по своим тылам. И может пока ехать спокойно. Но есть, конечно, перехват от Инферно. Нужно сливать доктора инвам. А это они не делают. Остается на одну. Доктор не попадает. И нужно один прострел. Неплохо выдает как раз таки там киллер. Но на две рельсы и все. Инвинсибл доставляет 1-1. Нужно доставлять еще один флаг Инферно. Они это сделали один раз. Молодцы. Нужно сделать еще раз. Они против эпиков, не помню, вообще флаг доставили хотя бы раз. Если нет, то это для них был вообще первый флаг на Кунгуре. Вообще в Master of the Sword первый флаг достал.
Может, и Да. против Дежавю, я не помню, чтобы ставили они флаг. Или ставили. Вот, не могу вспомнить. Я верю в твою команду, конечно, но будем смотреть, как развиваться тут будут события. Роллтайм вот сейчас у нас профукать свой дроп, как раз-таки голдтанк у него отжимает Но он не броню как профукал. минимум. Здесь его голдтанк забрал. Это не одно и Ну то же, да, потому но что... все равно это означает, что он его допустил к нему, его команда Извини меня, когда на пропустила. тебя едет игрок, который на 4 рельса, а ты заявно на 2, я бы прятался бы. И Ролтайм сделал все правильно. Здесь пропустили как раз таки игроки атаки, вот Ксюша или кто там был, вот, подпустили его к разлому целым, и он как раз таки на дашке разбил дроп Инферно. Есть, конечно, аномалос на двойных, если он заберет еще ДДшку на разломе, но там смотрят на него 3 игрока, осталось двое, хорошо, неплохо. Ксюша будет И забирать. аномалус в полуминусе, но лежит, пока он встанет, упадет у него весь дроп. Хорошо, пати законтролил ДДшного у нас роллтайма. Заход есть от Легиса, Снау и Сими, по правому флангу они заезжают. Хороший контроль аптеки происходит. Пати у нас с города будет подниматься, хотя уже на одну рельсу, но роллтайма должен рельнуть. Мистер Док спасает. Ну, здесь у Легиса есть двойные, но у Сими, думаю, лучше не трогать флаг, а поставить покемперить. Нет, это делает Легис. Вот доктор должен попадать по Нови Сими, неплохо он это делает. Легис остается на одну. И он увозит, если не попаду сейчас по нему. Попадает по нему роллтайм. Также есть голдтанк на подхвате, должен по нему быть фокус. Первая рельса мимо, вторая мимо, и будет увоз на фабрику. Да, на фабрике у нас будет флажок. Все респы у нас от красных находятся в городе, где их Легис будет придерживать. Роллтайма точно надо разок дать. Все, сливают они его полностью. Ксюша у нас на центре. Мистер Доктор через правый фланг заходит. Аптеку законтролил. Юнус должен вдавать рельсу. Есть шанс Науисими с сейчас. крейзи боем, которых никто не видел. Правый фланг полностью. То есть со всех сторон у нас инферно простреливаются. То есть далеко они точно не уедут. Но есть у них подспорье в лице танкиллера ДДшного, который смотрит сейчас абсолютно не туда. Он мог выдавать рельсу. Ну, им вам надо быстрее двигаться, я думаю, иначе рано или поздно Инферно прорвут все-таки Но есть оборону. роллтайм на двойных, нужно отфокусить хотя бы один раз этот флаг, чтобы роллтайм успел, но отфокусили его, и 2-1 уже Invincible выиграют. Опять на последней минуте они доставляют, возможно, победный флаг в этом раунде. Да, ну еще один дроп должен падать, вот как раз таки он есть, роллтайм будет подхватывать, ДДшка на разломе и Ксюша контролит у нас горку. Легис будет контролить как раз-таки свои двойные броню и нитру. Вот Да, роллтайм. роллтайм. Обрати внимание на него. Он сейчас это последний шанс Инферно, наверное, в этом Master of the Sword. Аномалус. Аномалус. Если Последний аномалус, шанс если в Мастер роллтайм. Засворде. Ты прям так, знаешь, опечалил их. Ну, пока ситуация и счет в матче говорит только об этом. Да, к сожалению, 30 секунд до конца, и, по-моему, это будет максимум, что ничья. Ну, вообще, по итогу матча мы имеем в виду, это мы так, кто нас не понял с Марселем, то это про конец матча мы сейчас уже планируем, и что ничья их не устраивает. Нет, ничья их в принципе устроит, Но но... ты понимаешь, что там остальные матчи надо все выиграть. Да, вот именно. Легис будет уходить уже через 5 водокачку, да, секунд. дальний вообще какой-то проем. Он точнее отвез скорее флажок, чем просто уходить собирался. Да, 2-1 у нас заканчивается раунд этот. Им нужен третий восповод. Я не верю в то, что в 4 хорька можно выиграть такую карту, как Кунгур у такой команды, как Invincible. Знаешь, у нас был прошлый бой. Сейчас я посмотрел просто на ОП наших игроков, и у большинства было даже меньше единицы. То есть инферналы перестреляли, но все равно у них было около единицы. А вот когда мы смотрели бой с перцами, то у перцев, по-моему, у игрока Модеста УП был 3 с чем-то. Представляешь, на Кунгуре 3 с чем-то УП у него был. А А это он ездил в Модест. атаку, он таскал флажки. Это Модест. Это Модест, да. Я не удивлен. А, то есть... Эх, а я хотел тебя удивить. Не получилось. Как удивить Марселя? Но если бы игрок с ником Аномалос бы имел УП 3, то я бы удивился. Если бы я бы имел такого УП, я бы тоже бы удивился, Ты бы но... сказал, это не я, у меня угнали Это не аккаунт. я, да. Но... Посмотрим сейчас, что продемонстрирует
Inferno. Но они ничего менять не собираются. Если они ничего не меняют, то зачем вообще? Что вот у них изменится? То, что они исправят ошибку в конце раунда и сыграют на ничью, их это не устраивает. Они еще ни одного раунда в ничью хотя бы не сыграли. Третий матч уже, ребят. Вы расценивались как и команда, которая может выйти из группы. Которая реально может навести шороху такому клану, как Dream Squad, Synergy, любому. А сейчас пока что не в самой сильной группе. Потому что кланы не самые сильные. Не топ там 5, не топ 4. А хотя бы раунд ничью сыграть. Все плохо сейчас. Inferno, они находятся я в них одной верю. Группе с кадетами и вудсами. Кто не в курсе, да, то... По-моему, именно такая у них группа, поэтому... ну, насчет вудсов я не буду говорить, а вот инвов можно побеждать. Все, начинается у нас раунд. Никаких изменений. Роллтайм остается на карте, это хотя бы хорошо. Да, и Легис не проводит замен, хотя провел он замену. Нет, он сам ушел с карты, Сквизи заходит. Без капитана будут играть инвы. Легис вышел с карты? Да, неплохо. Сквизи у нас зашел на карту. Плохой такой вот врыв от Легиса. Напомню, что Ай Легис вчера заработал кислоту. Неужели? Как-то, может быть, кто-то не знает, но за Team Pointers он выступал в ТОФ. Да, поздравьте Легиса. Парень, наконец-то. Ну, Леха заслужил. Это да, его дождался он. Одна из первых таких вот мощных призовых красок, наверное, в его карьере. Ну, поздравить его. Молодец. Осталось только такую же краску заработать за свой родной клан The Invincible, который он держит уже, наверное, года 3-4. И пока что Гладиатор — это максимум, чего они добились. Ну нет, третье место было в прошлом модсе. Сейчас у них, конечно, шансов побольше есть. Команда у них реально хорошая. Я про инвов. Да, пати будет врываться на двойных, на мало своего контроля. Тут есть и Юнес, да, Юнес у нас есть. Пати будет, скорее всего, оставаться, да, с флажком на респах. Ксюша контролит город. Угу. Приехал из города в разлом. Хороший прострел от Сквизи, просто лайк поставьте. Нет, он, кстати, иногда, знаешь, вот такие убийства своих тиммейтов, иногда это грамотно, потому что... Ну зачем ты будешь кататься на одну, если, допустим, тебя слить, и ты будешь уже целым заходить и думать, что дальше? Просто если игрок катается на одну в центр, и это минус игрок. Сразу же. Ему нужно побыстрее, чтобы в него попали, или он либо нажал delete. Вот как сейчас осталось на UC. Следующий респаун будет думать уже, как ему грамотнее заходить в атаку, не получить рельсу и уже продвигаться там, делать свои дела, которые дал ему, которые дал наставление ему капитан Легис. Надеюсь на это. А не просто он катается на карте. Да, дроп следующий на карте есть у нас уже. И Сквизи с пати. Пати, наверное, будет его все-таки забирать. На коне, да. Ну опять, смотри, если ты откроешь тап, опять Infernal пристреливают. Да, Infernal, да, они держат УП. Держат УП лучше. 100% у них УП лучше. Вот пати есть еще с подмоста на двойных. Его нужно поскорее отфокусить, она Маус не видит. Не было у него инфы, сливает гол танка, и пати остается на 3 рельса, вместе с ним Крэйзи Бой целый, там еще Сквизи как раз таки в тылах. И будет, наверное, увоз, если не будет фокуса, с Юнес попадает, и пати спадает Дашка, остается он на одну, и Крэйзи Бой будет забирать деревню Дашку. Выдерживает он рельс и попадает наконец-то по пати, тот гол танк двойной. Ну неплохо, отфокусили ребята, просто 4 да, рельса. Да, хорошо, гол танк это слили. Аномал смог вернуть флажок, и Сквизи будет его разбирать. Будем пытаться снова заходить. Крэйзи Бой должен помогать ему. Юнес с мистером доктором у нас в дефе. Аптечку он танк-киллер. Обрати внимание на него, он заходит на двойных, нужно пати сбивать как-то. Рис. Неплохо, Аномалус. И сейчас на Уюсиме он тоже дашный. Здесь... Да, я думаю, команда по ТС прошла, и танк-киллера разберут. Обрати внимание на синий флагшток. Сквизи по сквизи попадают, нужно еще одна рельса, его встречает два целых игрока. Нужно что-то делать, роллтайм может выдать сквозную рельсу ДДшную. Роллтайм только по одному попадает. И все, неплохо отфуксил Инфернал, нужно Юнесу ехать, она Маус, как обычно, свои позиции.
Юнес, кстати, вот сейчас грамотно сделал, но если, конечно, он ехал бы все это время, он постоял, покемперил, увидел то, что никого нету, поехал. Но он слишком долго ехал, он постановился там, сделал какие-то обманки, не знаю зачем. Ну а и танк-киллер еще не успевает возвращать, нужно в рельсу покрыть зевою. Да, Ксюша будет выдавать рельсу и может вернуть. Нет, там уже было видно то, что два игрока с города, если у Ксюши не было бы шансов. Будь бы она на дашке, возможно. Ну, Сквизи вряд ли утащит, слишком много там контрольных рельс. Голтанка тоже сливает, там Мистер Доктор, Танкиллер и Ксюша выдают три рельсы просто в одного, еще на Уисиме залетает. Фаутлесс и Дефина. До сих пор флаг не вернули. Я думал, уже вернули ребята из Infernal. А вот хотел посмотреть, что же происходит дальше на карте. Но Юсими подхватывают и опять сливают. Crazy Boy ДДшно, нужно его слить. Либо Аномалус не слышит, либо ребята инфу не говорят, потому что Crazy Boy реально настреливает ДДшный. Аномалус может по нему выдать рельсу, но не делает этого. Сквизи будет через город уходить, роллтайм единственная преграда для него. Может, хороший роллтайм, хороший рельс там в бок толкает. Надо контролить роллтайма, рельса выдается. Ну, есть возможность на возврат. Нет, не получается, и Фаутлесс доставляет флажок. Очередной проигранный раунд от Infernal? Ну, какой-то дежавю на карте. Пока что да. Ой, Инферно. Юнес заходит в атаку. Наш дефер. Я танков онлайн. Наконец-то атакера будет он увозить направо. И неплохо он это делает, но тут Crazy Boy с кармана и респсию сквизи. Тут нету шансов от Инферно. Да, Crazy Boy будет его контролить. Сейчас у нас Голтанк. Голтанк что будет делать? У нас Голтанк будет заходить через фабрику. Пати у нас контролит Аномалуса, который, кстати, возвращается за броней своих соперников. Кстати, как ты считаешь, ДДшку, которая перед флажком красных находится, хорошо отрабатывают инвы или нет? Ну, отрабатывают. Фотлас, я заметил, уже два раза стоял на этой ДДшке. В прошлом раунде Infernal, по-моему, киллер стоял. Сейчас стоит Фаутлесс. Делает он это неплохо. Но правда, он ее не замечает сейчас и может забрать Ксюша. Но было много раз такое, что Ксюша брала это. Ой, не Ксюша, говорю, Ксюша флаг подхватывает. Фаутлесс подхватывал этот дроп. Роллтайм сейчас просто шикарен. Ты обрати внимание, он забрал двойные коробки на базе инвов. Дал ДДшную рельсу дашному. Дал сквозную, по-моему, ДДшную. Сейчас, если он еще попал бы в третий раз, то было бы просто. Я думаю, капитанам команд стоит задуматься об этом игроке. Он, правда, не совсем русскоговорящий, но играет он просто обалденно. Нет опыта у него, но есть руки. То иногда не хватает Инферно как раз-таки в борьбе с сильными соперниками. Роллтайм пытается увозить, есть контроль от Сквизи на Уисиме. Танкиллер, кстати, на ДД хорошо контролит, Аномалус будет подхватывать, на него оставляет флажок. И они тащат. Что, первая ничья? Первая ничья в раунде? Неужели? Или Инфернал сейчас соберутся и еще один флаг увезут? А? Как вам такое? 2 минуты, ребята. Синяя команда, прошу вас. 2 минуты. Да, должны это сделать, хотя танкиллер хорошо будет заходить. Должны, но могут ли? Танкиллер на дашке, все, саппортите ему, пожалуйста. 2 респа, 3 респа в городе, 1 фолтес, вот Голтанк только 1 помеха будет. Киллер неплохо сливает. Голтанк выдает первую, фолтес выдает вторую. Ну, Голтанк законтролит киллера, может даже минус положит. Нет, остается на 1, фаутлесс сверху, его убивает Аномалус. Помогите есть ему, пожалуйста, ребят. Подхват от Ксюши не прошел, и это возврат. Да она если подхватила бы у Голтанка слишком много хп. 1.5 минуты. Аномалус ДДшный разлом. Юнес отлично город контролит. Юнес контролит, но он на 1 остается, броню не успеет. Ксюша неплохо выдает сейчас, и Фолтлесса нужно сливать. Срочно Фолтлесса нужно сливать, танкиллер это делает, но не так же вот тут. Ксюша, вот
Вот почему нужен микрофон. Если бы ты сказала бы, киллер бы не разряжался бы. А у нее микрофона нету? Нет. Это самая главная проблема Инферно. Да, это печаль. Ролтайм, вот надежда на тебя. Просто, чувак, подхватываем будет Дмитрия. Подхватывать, ну, не под Юнес. Юнес будет контролить, да? Контролить пати, надо отконтролить. Еще три респа от красных. Они тащат Камбэк? Очень быстро. Очень надо много рельсов давать. Сам киллер на одну должен оставаться. На Маус еще на нитре. Ребята, пожалуйста, давайте везите. Везите, Инфернал. Это будет первая победа в раунде. Тащит. 2-1 они выиграли. Все, можно спокойно заканчивать моц. Все, победа сделана для тебя, Марсель. Личная победа вообще. Но это не для меня. Это Инфернал делают для себя. Они не мальчики для битья сейчас. Они должны это доказывать. Так, ну, мы посмотрим еще один раунд. Сохраняется интрига, и сейчас Легису, чтобы не рисковать, нужно выставлять свой основной состав. Возможно, это будет неграмотно. Во-первых, потому что средняя как раз-таки сыгранность. Вот у них будет не будет хромать, но, возможно, пока ребята войдут в игру, вот актуали, если зайдут гриндейлы, то будет хромать у них. Я думаю, Легису нужно сделать минорные замены, маленькие. Вот 1-2 человека, но не 5-6. Да, Юнас говорит, почему вы такие активные ребята, мы должны были сливать. Да, не должны были бы сливать, все нормально. Сейчас еще один раунд затащим, сказали Инферы. Ну, не надо нас забывать, у нас, кстати, уже ссылка на форум появилась в чате, преждевременно, но, тем не менее, можно начинать ее заполнять. Главное... Заходит актуальный Легис. Легис, понимаешь, он такой, ну все, видите. Обладатель кислоты отсутствовал на карте. Вот вы и слили мне раунд. Да басы. Нет, я знаю Легис, он не такой человек, что... Ой, у меня кислота, он никогда не понтовался. Надеюсь на это. Возможно, с этой краской у него что-то будет и другое, но... В конфе он совершенно другой. Хоть и некоторые люди его знают, как, возможно, неадекват, а возможно. Вот сейчас даже по командному чату видно то, что Ксюша играет без микрофона. Решающая игра, решающий раунд. Хотя бы на ничью с Invincible. Это дальше, вот если вы выиграете 3 матча, у вас будут шансы выйти из группы. Ксюша, прошу тебя. Она меня, правда, не слышит и слышать, наверное, не хочет. Да, сейчас буду слышать Марселя. Начинается у нас раунд, решающий для Infernal, ничего не значащий, наверное, для Invincible. Потому что, как бы ни закончился этот матч, мне кажется, все равно Invincible выйдут из группы, ничего страшного, если даже они, наверное, проиграли бы в этом матче. Да, знаешь, сейчас у нас проходит заход, Легис через правый фланг пытался заходить, в качестве отвлечения. Хорошо разбирают инвов они, Инферо, я имею в виду. И Сейс Квизи, и Крэзи Боя сливают вообще всех. Хороший прострел Флаутуса проходит на Ксюшу. Экшели будет контролить аптечку. Хотелось бы в это верить, да. Все-таки очевидно это было. Но Аномалус сделал трюк и сделал правильный вариант. И убил своего противника. Легис контролит соточку. Крэзи Бой на фулах уже будет выдвигаться по правой бровке. У меня здесь Юнес. Ксюша должна сливать своего оппонента. Так, если Легис на фуле, его главное не проворонить. Юнес отлично выйдет первую рельсу. Юнесу нужно забирать аптеку. Да, все, он уже... Ну, как я тебе и сказал, сделал игру Infernal Rolltime. Этот игрок очень-очень хорош в личном скилле. По опыту нет. Видно то, что игра. Иногда игрок вот, действует неправильно. Вот в том увозе, возможно, надо было увозить на мост. Игроков как раз-таки не было никого, чтобы отфокусить, чтобы сразу на респе. Он поехал под мост, когда там было 5 людей. Как раз таки в городе. Повезло то, что Юнес там отвлек на себя внимание. Если бы его не было, Rolltime бы не увез.
Да, правильно ты говоришь. Все-таки хорошо они сыграли. Ну, командная игра там, безусловно, была. Личный скилл там не очень, я бы сказал, что зарешал, но все же, сейчас у нас заход есть. Такой, знаешь, заходик небольшой у нас был от красного коллектива. Ну, Юнес будет выдвигаться через фабрику, где его Легис уже контролит и Неплохо ждет. его Легис как раз таки еще избивает. Легис просто пока унижает Юнеса. Да, трижды выданная рельса, Сквизи добивает, и Пати у нас будет мост контролировать, так понимаю, за ним он закрепился, хотя в деревне тоже неплохо жить. Пока с дефом все хорошо. Актуали, Фоутлесс, Пати пока неплохо играют. Я что заметил? Играют они 3 в 3. 3 харя в дефе и 3 васпа в атаке. Ксюша забирает очередной раз. Вот за это я могу и Хороший прострел похвалить. от Легиса на Аномалуса. Уходит еще рельса, роллтайм один. И экшули его, конечно, законтролит. Еще и минус, полуминус положили, добили. Аномалус опять аптеку эту контролит. Второй раз уже этот парень там это делает. Ужас. Для Не, ну инво, просто конечно. смотри. Разлом — это дроп синей команды. И Ксюша красотка за красных постоянно брала этот дроп. Что за это можно похвалить Инферно. Ну сейчас Легис на фуле увозит. И здесь должна Крей, быть. крей, крейзи, крейзи тащит у нас крейзи Неплохая бой под сквозная от мост. Юнеса. Самая важная, наверное, рельса в этом раунде. Наверное, будет, если, конечно, Инферно должно увозить, а увоза нету. И ребята смотрели со своим увозе. Доктор попадает, там киллер возвращает. Давайте Второй там сначала. выдают еще сквозную по Легису и Флагоносу. То есть плохо Легис сделал, подставился под сквозную. Какой прострел от мистера доктора выдается и сливает экшелем на ДДшке. Аномалус есть на дашке, роллтайм закрепился на балконе. Сейчас нужно как-то инферном заходить. Есть Ксюша целая, есть Аномалус также на две рельсы. И Сквизи неплохую сквозную рельсу выдает. Оба игрока остаются на одну. И роллтайм еще добивает. С дропом не повезло инферному, потому что падает первый дроп, потом второй. И как-то не своевременно и не синхронно они заходят в атаку. А это секрет успеха как раз таки за красную сторону. Это равномерный дроп за красную сторону в городе. Просто смотри, чертик, если у тебя в городе падают две коробки, и потом еще на разломе падает две коробки, вот, точнее, Дашка и ДДшка, то, возможно, третий игрок и заберет этот дроп. И синей команде просто нет, не будет времени и сил, чтобы отбить разлом. Ну да, я согласен, что как бы весь дроп на карте вряд ли они смогут законтролить. Прям это надо, чтобы все тиммейты там в это время было. Хотя, если они просчитывают таймлайн, то есть они должны понимать, что вот сейчас там будет падать у нас броня, скажем, или ДДшка на разломе, которую главную забирают всегда у нас, например, красный в большинстве случаев. Легис у нас через правый фланг заходит со сквизи, хотя здесь у нас достаточно красных тиммейтов из Инфернал, которые видят их и законтролили уже почти. Пока остается половина уже раунда, актуали есть. Разлома на двойных, роллтайм тоже есть на двойных, есть сквизи на двойных, все ребята на коробках, а эффекта нету. Вот если Юнес выдаст по актуали, А он актуали... его не видел. Экшели будет заходить, по низу ходить. Юнесу Ну, выдать... даже Юнес, на дай, мост пожалуйста, выдать. рельсу. Ну не туда, Юнес. Ох, флаг Юнеса. Сейчас доставят инвинсибл. Аномал остается на две рельсы. Хороший контроль. Юнес все-таки Верни, верни. выдал заветную рельсу и Отлично. аномал свернул. Пока что хорошо все для Infernal. И пока Invincible могут начинать нервничать, потому что если они хотят задефить эту сторону, то это не лучшим образом окажется на них. Можно синюю сторону задефить, но нужно ли? Роллтайм будет уходить на город с Отлично. флажком и actually должен давать одну рельсу. Сквизи дает эту рельсу, Легис будет контролить у Там за нас ним в центре. актуали, и нужно как раз таки ему выдавать дамаг. Там киллер не попадает, но он уже в городе. Уехал. Уехал, доктор его встретил. Что это такое, пацаны? Рельса будет выдаваться. В роллтайм выдается, все Но на здесь одну, в Легис на принципе, двойных. Здесь были. не отвечается успехом доставка как раз таки Инфернал. Легис на двойных. Он на три рельса, еще с города двое заходят, тут возврат. А нет. Не, возврата не было. Пати может ворваться, но тут четверо из Инфернал. Я не думаю, что будет жесткий возврат. Легис утащил. И, в принципе, надо собирать атаку для инвов.
что сейчас и происходит у нас. Легис остается на одну рельсу и пати, не знаю, а сменит ли его или возьмет двойные коробки. Решает все-таки сменить. Думаю, это ошибкой будет. С респам могут кто-нибудь другой заменить. Да, за броню надо подняться еще вверх. Если Рултайм заберет эти коробки двойные, то... Конечно, а, Фаутес будет забирать двойные коробки. Пати, может, еще и броню, если что, надо будет в дефе законтролить. Юнес как-то агрессивно, смотри, слева он держит флаг в тылах. Фаутес на него будет ехать двойной. А вот его видел. Аномалус, кстати, контроль. Хорошо, пати. Леги забирает двойные коробки, будет соточку полностью собирать. Хороший прострел на Аномалуса выдается. И Юнес будем... убегает, двойного рултайм даже прибегает ему помочь. Знаю, ошибка это или нет, рултайм промахивается. У Легиса для меня пока шанс, кстати, ворваться верну. И вернуть. Он просто должен... А там Легис фуловый. Я бы сказал... Угу, да. А не... Как он не вернул? Вот это шикарно сейчас было. Вот это неожиданно. Вот это промазал фокус. Он корпусом, сбили ему траекторию, хороший. Нет, вот это фокус сейчас просто был. А Инфернал красава. Я был в шоке сейчас. Да, Фаутлес должен выдавать эту заветную рельсу Ванна Мауса. Да, Крейзи Бой заезжает, там есть Сквизи сверху, Фаутлес слева. В принципе, тройной заход, и Экшели спешит на помощь. Тут две минуты, а пока что я не вижу движения с фабрики, не вижу движения с города. Пока что зажимают Invincible, свою противоположную команду. А что должны краски наоборот делать? Ничья, Invincible устраивает. 2-1, 3-0, неважно, это 3 очка. А Infernal заработают 0. Да, молодцы, наконец-то первый раунд выиграли. Ой, все. Хорошо, расконтролил Юнес у нас атаку. Мистер Доктор скидывает флажок. Выходит на центр. В центре у нас дроп следующий выпадает. Легис будет вот его контролить. Последний шанс. Обрати внимание на рултайма. На рултайму и фабрику. Ах, Легис хорошо кувыркнули назад головой. Обыграй, пожалуйста, будет... пати. Хорошо, Сквизи соливает. Рултайм, и пати, кстати, я прошу у тебя. Пати проблемы большие. Хорошо. Пати не совершил ошибки, там есть Легис. Надо... Сейчас будет рултайм ворваться и прострелывать. Да, конечно, выдержал. Как он про... Как это так? Он смешно. Выдержал, он просто выдержал. Нет, Invincible молодцы, хорошо. Экшели, кстати, дамажит Аномалуса, прям, знаешь... Не, Invincible молодцы, если бы сейчас бы не отрезался бы нормально Легис, то это был бы возврат, а так хорошо законтролили на двойных еще. Ну, это был реально шанс. Это просто... Вот так вот должны как раз таки играться в матче, вот, чтобы до последнего была интрига. Потому что за сердце может... Юнес, если переиграет пати? Ну, пати еще на две рельсы, да, был шанс. Последний шанс, кстати, для инвов, мистер Фаутлес. У нас тут все, тут все. Тут и Инфернал чисто физически не успеют до флагштока доехать. Ну да, инвы тоже. Доехать-то успеют, но там некому вернуть. Да, Аномалуса дамажат, Фаутлес будет вызывать рельсу, как обычно, еще и перевернули. Да. Унижают, доставочки не предвидится. 0 очков после 3 матчей у нас. У Infernal 7 очков. У Invincible 6 очков, у Epic Guards 4 очка, у Дежавю. Пока так все в группе происходит. Неплохие пока ребята.